недавно судья международной категории, неоднократный призер Советского Союза Расим Галимович Байрамов. Милости просим, ваш микрофон, ваши добрые пожелания. Спасибо большое. Дорогие Рашан и Коля, здесь столько добрых и теплых, искренних слов сказано в ваш адрес. Я хочу немножко Рашану обратить внимание на то, что какой у него был замечательный тренер, и он и сейчас есть. И чтобы он не забывал своего тренера, я прочту стихи в честь этого тренера. Все вы верно заметили, спортсмены, народ упрямый. В будних они ведь дети, а тренеры и папа с мамой. Призвание или работа, ответственные это очень. О детях чужих заботах, у тренера жизнь короче. В детских сердцах достойно, любимое место займешь, горящие искорки счастья в зеркале души их прочтешь. Научить приему непросто, взрастить чемпиона сложнее, человека полезного общества, воспитать все, что имеет. Не стоит, нужны чемпионы, Узбекистан родной прославляет. Не менее желая народу прекрасной нации стать. Дорогие Равшан и Колин, дело в том, что много слов сказано, и я еще хочу посвятить вашим еще один стих. Я в горах Чингана много раз бывал, и своим величием меня поражал. Горные вершины устремлялись ввысь, облака пушистые на склонах их паслись. На одном из склонов заметил я цветов, ожидая солнца, взирал на мостов. В жизни я не видел подобной красоты, жил в каком-то сне и в мире суеты. Я цветочек именем любимый назову, боготворю который, чьей верой дорожу. Ветром он овеян, закален как сталь, родником напоен, излучал хрусталь. И к тебе взывая, о сильный человек, не губи ты флору, жизни всей рассвет. Благо, что природа, матушки земли, создала гармонию любви и красоты. Еще напоследок я хочу сказать спасибо Равшану, родителям Равшана и Коли, что они воспитали замечательных детей. И эти замечательные дети все традиции своих родителей воспитают, вложат в своих детей счастье, любовь, здоровье и всего самого хорошего. Спасибо, Ильич, спасибо. Это был замечательный, замечательный курс. По-настоящему добрый, по-настоящему теплый. Вы знаете, я бы хотел вот у вас спросить, у вас, человека опытного. Вот семья, молодая семья. Всегда стоит вопрос о том, вот все-таки как они должны жить? Кто должен первенствовать? Кто уступать? Вот кто глава семьи, по вашему пониманию? По моему пониманию, все-таки они друг друга должны уступать. Кто-то прав, а кто-то не прав. И тот, кто не прав, он всегда должен уступить. Неважно, это будет это ли Равшан или Колин. Поэтому здравый смысл должен определить. Если человек прав, а твои эмоции возбуждены, все равно ты должен остановить свои эмоции. Равшан, ты ее носила в ее руках, а она тебе все свое сердце, душу отдаст, потому что я тебя знаю, замечательный парень, а Коля еще краше и лучше. За вашу хорошую семью. Вот это прекрасно. Вы знаете, я ожидал от вас именно этих слов. Потому что существует масса всяких поговорок. Да, там говорят, муж и жена одна, не будем произносить вслух, да. Да там жена, предположим, муж голова, жена шея, куда хочет, туда и повернет. Вы знаете, вот по-моему, то, что вы сказали, это действительно так. Я хочу еще немножко продолжить, если можно. В каком плане? У меня замечательный друг. К сожалению, вот он уехал сейчас из Узбекистана. Вот, но это кинорежиссер. Он сказал так, однажды он сказал. Говорит, пусть муж будет замечательным режиссером, а жена прекрасной, талантливой актрисой.
Вот тогда фильмы к жизни можно смотреть все время и не уставать, неустанно. И вот давайте пожелаем вместе вот этим нашим молодым, хорошим, красивым, удивительная пара. Ну, удивительная совершенно. Совершенная пара. И я думаю, вот чтобы вот этот фильм у них действительно состоялся, и чтобы мы его смотрели по-настоящему с радостью, да? Дай Бог, спасибо вам огромное, это было замечательно, спасибо вам, вам здоровья, спасибо огромное. Дорогие друзья, садитесь, мои молодые, пока подойдет новый выступающий, потому что я думаю, что все-таки, ну где наш племянник-то, где наш племянник Ильдар, он появился в зале? Даник выступает, дорогие друзья. Даник произносит свои добрые пожелания в адрес наших дорогих молодых. Вот пусть немножко невеста сфотографируется сейчас. Вот так вот. Сейчас. А мы немножко подождем, да, Даник? Так, прекрасно. Вот Колин вернулась за стол, за торжественный свадебный. Равшан на месте. Давай, говори свои пожелания. I'm happy to you too, and I want to wish to you the days was be such that they were happy. Congratulations. Прекрасно, спасибо большое. Так, ты тоже хочешь сказать? Ну, детские пожелания, они самые, наверное, самые вот в этот момент важные. Давай, как тебя зовут? Рустам, давай. Я от всей души поздравляю вас с свадьбой и желаю счастья, здоровья и любви. Вы чтобы родили много детей, как Колин сказал, 12 или 8. А почему не 8, а потом 12, да, Маля? 12 или 8, нормальное пожелание, давай. Как тебя зовут? Савина. Савиночка, давай. Колин Равшан, поздравляю вас с днем, ой, с бракосочетанием. Желаю счастья, здоровья, любви. Чтобы у вас было много детей, как на этой земле звезд. Чтобы, ну, вы были счастливы. Так, ты мои желания, как ты? Мединочка, давай. Выше микрофончик. Равшан и Колин. Я вас поздравляю с наступающим свадьбой. Желаю вас счастья и чтобы у вас много детей родилось, 16 или 15. Так, ставки повышаются, кто больше. Давай. Так, есть у нас все желающие, пожалуйста. Как тебя зовут? Камилочка, давай. Colin and Ravshan, I wish you a good life, many children, and Ну ничего, все нормально. Девочки, все нормально. Все нормально. По-русски теперь. Нет. Давай. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, чтобы у вас много-много было детей. И чтобы у вас любовь была продолжалась всю жизнь, окружила весь мир. Чтобы ваша любовь на весь мир распространилась. Это был прекрасный совершенно тост, дорогие друзья. Это замечательно. И вы знаете, вот самое главное вот в жизни, любимый человек и, наверное, друзья. Чтобы как можно больше друзей было в вашей жизни, чтобы они вас окружали, маленькие и большие, среднего возраста и пожилого возраста. Потому что дружба – это самое главное, наверное, в этой жизни. И вы знаете, я вспомнил одну старинную притчу такого плана, когда человека подняли на высокую гору, привязали к камню холодному и сказали, вот если ты выдержишь сутки, но он провинился в чем-то, значит, ты будешь жить. Если не выдержишь,
значит помрешь, значит ты виноват. И он стоит на этом камне, холодном, и вдруг видит, вдали загорелся огонек, на вершине горы. И здесь загорелся огонек, и там загорелся огонек, и там загорелся огонек. И разрастаются эти огни в огромные костры. И это друзья, друзья, которые не могли прийти к нему на эту вершину, потому что их не пускали. Они зажгли эти костры и верили, что этот огонь хоть на расстоянии, но его согреет. И он выжил, Равшан. Он сошел с этой горы, и его встретили его друзья. Друзей вам, дорогие мои, друзей хороших, добрых, всего самого доброго. Я думаю, что мы сейчас немножечко, вот кто-то еще кушает, а кто-то хочет немножко и поразмяться. Я думаю, что мы должны сейчас немножечко потанцевать. И так объявляется новое танцевальное отделение, в котором принимают участие, естественно, все наши гости. Да? Вам слово, ваше поздравление. Колин и Равшан, поздравляю вас с вашим днем процветания. Желаю вам счастья, здоровья, любви. Сестра тоже хотела сказать многое. И скажет? Нет, я думаю, что скажет я за нее и за себя, конечно. Главное, чтобы уважали своих родителей, были уважаемы, чтобы у вас всегда было много друзей. Ну, как все пожелали, чтобы как у нас в Узбекистане водится много детей. И я хочу, чтобы музыканты исполнили букет. Пасхаза! Прекрасно. Спасибо большое. И обязательно это будет исполнено. Дорогие друзья, пожалуйста, 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 новое танцевальное отделение. Танцуйте, пожалуйста, танцуйте. Thank you.